Всем здравствуйте! Вы на «Строй Гарант Анапа», меня зовут Михаил. Сейчас мы с вами находимся в коттеджном поселке Морской. Вы, конечно, спросите, где это. Я вам покажу по картам, что это рядом с Цибанабалкой, рядом с Анапой и Пятихатки. Также здесь в 15 минутах аэропорт, что очень удобно. Рядом есть трасса, которая ведет на Крым, Темрюк, Новороссийск и Анапа. А почему из самых дорогих наших коттеджных поселков? Потому что здесь уже готово полностью благоустроен коттеджный поселок. Мы сейчас находимся на Земляничной. Это единственная улица, где нет асфальта, потому что здесь ездит спецтехника и достраивает уже оставшиеся дома. А на остальных Земляничная, Солнечная, Цветочная, соответственно, уже все благоустроено. Позади меня находится сотый проект, то бишь 100 квадратных метров. Она в предчистовой отделке. Цену я, конечно же, вам озвучу. Поэтому пойдемте покажу. Итак, мы имеем 6,5 соток земли, есть подвал, есть чердак, облицовка у нас кирпич, внутри газоблок, как я уже говорил, все коммуникации есть, все выводы под розетки согласно планировке, кондиционеры, телевизоры и подкухонный гарнитур и так далее. Сейчас мы находимся в прихожей комнате 4 квадратных метра, 2 спальные комнаты по 17 квадратных метров, в одной из них есть свой личный гардероб, совмещенная кухня-гостиная, санузел и еще одна спальная комната. Терраса у нас открытая, но при желании мы можем ее остеклить. Итак, в коттеджном поселке Морской еще есть несколько предложений. Может, пока вы смотрите видеоролик, уже купили этот дом, может и нет. Цена этого дома в чистовой отделке, да, повторюсь, чистовой, сейчас у нас предчистовая, будет 10,5 миллионов рублей. Если вдруг вы не укладываетесь в бюджет или к вам не подходит эта планировка, у нас есть другие коттеджные поселки. Это Жемчужина, Встречный, Азовский. Цены везде отличаются. Поэтому обязательно спрашивайте у наших менеджеров по горячей линии. Звонок бесплатный. А тем более у нас сейчас еще действует акция летняя. Смотрите на канале какая. Поэтому мы в любом случае сделаем для вас уникальное предложение. С вами был Михаил. Спасибо, что досмотрели ролик. До скорого!